Наконец-таки решился бросить вызов чемпиону. Остальные пока что ждут своей очереди. Мы много батлов уже сегодня видели, много трюков. У ребят осталось не так много всего в запасе. Время почесает затылок, тем не менее, я верю, что Серега даст жару. Серега готов, Толя готов, судьи готовы, зрители готовы. Я вас не слышу, товарищи, да. 3, 2, 1, клэш. Фирменный стиль Сергея Васильева. Ручек никто не видел. Первая потеря. 10 секунд. Еще 10 секунд остается у Сереги. Отмечу, что Серега не показывает в основном трюки на голове. Это его тактика, потому что он берет другим. 3, 2, 1, спасибо! Отличный выход. Ого! Даже такое бывает, сказали бы представители, которые знают, что должно было быть. И такое бывает! И еще есть время работы. Зажим Анатолия Янчева, это просто что-то, что-то с чем-то. 3, 2, 1, дышащий трюк. Да, именно так. Да, даже без подсказок работают зрители уже, спасибо. Самое время посмотреть на судей, что скажут парни. 3, 2, 1. Что, парни, встаньте как-нибудь. А, вот. А где Сергей? А вы считаете, что я Сергей? 3-0 Анатолий Янчев. Вот, друзья, ваши аплодисменты. Спасибо, парням. Продолжаем первый круг батлов. И я приглашаю на сцену Нараера. С тем, чтобы побороться с Толей Янчевым за право обладать этой сценой. Толя набрал уже не слабый ход. Там уже просто десятки единичек напротив его фамилии. Тем не менее, Толя мы уже поддерживали многократно. Нараер выходит на сцену финала первый раз. Поэтому шуму! И 3, 2, 1, клэш! Отличная игра, Фолкс. И отличный переход в лобер, назовем это так. Отличный стиль. И отличный мяч. Первая потеря. Спасибо! Время для Анатолия. Воу-воу-воу-воу. Просто нереальное разнообразие трюков. Один из судей сказал, что это просто зверюга какая-то, зачем мы участвуем вообще. Тем не менее, продолжаем. А пока я молчу, вы можете хлопать, вбит и не вбит. Просто хлопайте, друзья. 3, 2, 1. Удержание на рту где-то еще рядом. Фух, товарищи, аплодисменты, вы сами все знаете. Финальные батлы. И дело за судьями. 3, 2, 1. Черт возьми, он просто побеждает на этой сцене. 3-0 Анатолий Янчев. Следующий участник. Это называется реально 7 to smoke. Когда один участник отправляет всех остальных просто где-нибудь потусоваться в сторонке. И, наконец, еще один батл. У нас остался как минимум один участник. Кого-то я упустил. А, да, вот, собственно, Аксель. Аксель рвется на сцену. Аксель Мутло. Итак, Аксель Мутло, претендент на сцену. Начинает, когда ему удобно. А вы поддерживаете Акселя. У него есть своя группа поддержки, которая сейчас играет на соседней площадке, но тем не менее. 3, 2, 1, флэш. Еще 10 секунд. Три, два, один. Да, завершающий трюк от Акселя Анатолий Янчев. Очень сдержанная реакция публики, все так умеют, видимо, первая потеря.
Да-да-да-да-да-да-да. Юрский стол. И 3, 2, 1. Доминейтинг. Тем не менее, отличный батл. Отличное соперничество. Я думаю, что сейчас шансы у Акселя очень высоки, потому что Толя уже, мне кажется, начинает уставать. Тем не менее, что же скажут судьи? 3, 2, 1. MC Брод. 2-0, 2-0. Мертвый уже. Он побеждает всех подряд без разбора. Я в говно. Один участник, который может ему что-то противопоставить в этом раунде. И это я. Алексей Жураховский, ака Жура. Жура из Орландо. Назовем его так. Что-то в первый раз мы ему шумели чуточку больше, по-моему. Давайте шума, друзья. Это финальный клэш. И осталось совсем немного до того, как узнать чемпиона. Ответственный момент. 3, 2, 1. Клэш. И очень резко врывается в батл Жура. Серьезнейшая заявка. Еще и в музыку попадает, еще и брейкерские фишки. Е-е-е! 5 секунд. 3, 2, 1. Спасибо, Анатолий Янчев. Крушительные прыжки от Анатолия Янчева. Еще 10 секунд. Просто непонятно, как он на 8-й батл вытаскивает мяч из самых сложнейших положений. 3, 2, 1. Спасибо. По-моему, это был один из лучших батлов на сегодня, вы согласны? Мне кажется, я слышал букву Е, то есть нет. Да, давайте скажем да, отличный батл. А теперь мы скажем, да или нет, я обращаюсь к судьям. 3, 2, 1. По-моему, нас ожидает доп раунд. Вы рады? Как-то вяленько вы рады. По-моему, сейчас нас будет ждать отличное шоу. Итак, дадим парням чуть-чуть передышки. Давайте немножко пошумим, потому что уже идет второй час соревнований. Конец второго часа. Осталось не так много сил и так много времени. 3, 2, 1. Поехали. И отличный флоу от Журы. Господи, 3, 2, 1. Спасибо, переход. Железная шея Толя. Жура показывает, что это мы видели уже несколько раз на этой сцене. И это мы видели. А этого мы не видели, господи. 3 раза было, считает Жура. Еще 10 секунд. Очень такая легкая музыка. И 3, 2, 1. Спасибо. Фу, друзья, просто жесть какая-то творится на этой сцене. В этот раз вам понравилось? Да, отлично. Время решить судьям. 3, 2, 1. Жура. 3 голоса отбирает в этот раз Алексей Жураховский. И мы похлопаем Анатолию Янчеву, который в этот раз покидает сцену. Удивительно, на 8-й батл он просто, я думаю, что устал, тем не менее показывал высочайший уровень.